Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Стадион «Металлург» на выходных принимал волжское дерби «Самарские крылья Советов» против «Казанского Рубина». Соперники – соседи по турнирной таблице футбольной премьер-лиги. Если гости уверены, середнячок чемпионата страны, то хозяева в зоне вылета в низшую лигу. Поэтому матч получился трудным для обеих команд. В первом тайме нам пришлось непросто. Мы хотели играть короткий и средний пас, но нам эти эпизоды не удавались, и в итоге сами себе создали проблемы. Во втором тайме рисунок игры поменяли, стали играть длинными передачами, и игра пошла. Были голевые ситуации, но забить не смогли. Главный тренер «Крыльев» Вадим Скрипченко убедил футболистов, что у них последние матчи сезона как финальная игра, поэтому «Советы» так успешно выступают в последних трех поединках. Одна победа и две ничьи. Игра неиспользованных возможностей сегодня. Считаю, мы провели качественный матч. Достаточно много было перспективных атак. Есть одна ситуация, которая не позволяет, скажем так, быть удовлетворенным до конца. Это при такой энергозатратной игре, при таком количестве единоборств, потому что одно очко в нашей ситуации, но это, наверное, не тот результат, на который мы рассчитывали. Финальный свисток рефери зафиксировал ничейный результат 0-0. Крылья Советов теперь занимают 14 место в премьер-лиге и все еще находятся в зоне вылета в низший дивизион. Безупречный лидер – московский «Спартак». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.